50, жизнь только начинается. Клуб для пожилых в Доме культуры «Южный» открылся несколько лет назад, но за это время приобрел большую популярность. Поначалу люди преклонного возраста здесь собирались только на концертах, но сейчас для них устраивают и дискотеки. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Они уже давно на пенсии, а все на месте не сидится им. Тряхнуть стариной чебоксарским бабушкам и дедушкам помогают креативные работники Дома культуры «Южный». 4 года назад здесь открылся необычный клуб по интересам. Время и место встречи не меняется никогда. Раз в неделю люди собираются в танцевальном зале. Сюда они приходят словно на модную вечеринку в шикарных нарядах и костюмах с иголочки. Причем платья некоторые женщины шьют сами. Пока работал, не было возможности такое сходить, а вот теперь не работаю. Кости стареть начали, думаю, надо их разминать. А больше всего для души. Хочется стряхнуть свою старость и почувствовать себя молодой. Хотя бы на несколько лет. И могут позавидовать даже профессиональные танцоры. Когда заканчиваются мелодии вальса, а диджей, роли которого исполняет специалист Дома культуры, включает задорную цыганочку, сложно удержаться на месте. Танцуют все. Часто пожилые просят ретро-песни, но некоторые не прочь под современные хиты на танцполе размяться. Глядя на это, невозможно поверить, что им уже давно за 50 и за 60. Сами про себя завсегдатаи клуба говорят, что они просто молоды душой. Любые танцы танцуем. Любим танцевать очень хорошо. Современную музыку, эстрада, танцевальную, плясовую. Пока он не танцует с другим, только со мной танцует. Нам хорошо. Мы сюда с настроением, ну, с любовью сюда ходим. Нам очень нравится. Но только танцами развлекательная программа не ограничивается. Пенсионеры рассказывают друг другу последние новости и раскрывают свои таланты. Поют и читают стихи. Весть о необычном клубе по городу разлетелась быстро. Сейчас сюда приходят более 80 человек. Мы стараемся все-таки выбирать какую-то тему, чтобы это не было просто определенным, так сказать, ну просто собрались и потанцевали. Люди заранее, за неделю им объявляется тема, и они продумывают, чтобы они могли рассказать, показать, о чем спеть, поделиться со своими друзьями, потому что здесь завязываются дружеские, долгие отношения. Правда, как в известной песне, закон статистики работает и здесь. Мужчин в этом клубе явно не хватает. Их 30 против 50 представителей прекрасной половины. И поэтому на медленных танцах некоторые дамы остаются без кавалеров, но не теряются и приглашают на вальс своих подруг. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.